Приветствую вас на моем канале, меня зовут Оля. Сегодня на ужин я хочу приготовить куриные крылышки и ножки на рисовой подложке, как стихами. Для этого нам потребуются сами ножки-крылышки. Я их уже помыла, кожу я снимаю, поломала туда листья лаврушки. И порежу сейчас два зубчика чеснока. Посолю. И добавлю приправку курицы. Такая вот у меня есть приправка. Все перемешаю и оставлю, ну, минут на 30-40 мариноваться. Немножко сбрызгиваю растительным маслом, чтобы все хорошо перемешалось. Мне понадобится еще стакан риса. Я взяла длиннозерного. Его надо высыпать в мисочку и промыть до чистой воды. Также понадобится мне две луковицы, одна морковка. Я их почистила, морковку порезала. Морковку тру, лук режу кубиками. Можно их поджарить. Но я буду делать диетическое. Буду форму выкладывать так. Лук нарезала кубиками, форму смазала растительным маслом. Сейчас перекладываю лук, разравниваю. Сейчас у меня еще одна будет луковица. И сюда потру еще морковки. Выложила еще морковку натертую. Сейчас буду выкладывать рис. Тоже его разровняю. У кого семья большая, можете рису побольше взять, но, соответственно, и форму побольше. Подсолю, потому что рис у нас не соленый. Чуть-чуть еще. Ну, на свое усмотрение солите, кто как. И сверху выложу крылышки и ножки. Примерно как-то так. Чесночок я тоже положу, чтобы у нас для запаха был чесночок. Все тут у меня в масле. Вот. И сейчас сверху наливаем бульончик. Бульончик. Или водички из чайника. У кого что есть. Вот примерно вот так. Чтобы рис покрылся. Сейчас я все это покрою фольгой. И поставлю в разогретый духовой шкаф. При температуре 200 градусов. Примерно на час. Но вы смотрите по своему шкафчику. На 200 градусов поставила в духовку под фольгу. Примерно где-то на час. Смотрите по своей духовке.